Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Привет моим подписчикам и гостям канала. Сегодня я хочу показать вам очень простой народный рецепт, который замечательно помогает снять боль в мышцах, если вас продуло и приключилась такая неприятность, как миозит. В промозглое осеннее время это, кстати, происходит довольно часто. Нам для этого рецепта потребуется капуста, мыло и пищевая сода. Берем 2 листа капусты. Можно немного их отбить, чтобы листы стали мягче и дали сок. Намыливаем одну сторону капустного листа мылом. Мыло можно взять любое. Я для этого рецепта беру хозяйственное или мое любимое дегтярное. А вы пока подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. Далее, ту сторону, которую мы намылили, посыпаем пищевой содой на обоих капустных листах. Соединяем капустные листы вместе с содой внутрь. У нас получился отличный, очень эффективный капустный компресс, который мы прикладываем к больному месту и обязательно утепляем. Уже после первой процедуры вы почувствуете эффект. Для полного снятия боли в мышцах необходимо провести 3-5 процедур. Вот такой очень простой рецепт на основе капусты я вам сегодня хотела показать. И если вдруг с вами приключится такая неприятность, как миозит, надеюсь, вы обязательно попробуйте его применить. Если это видео было для вас полезным, поддержите его своими оценками. Подписывайтесь на мой канал Позитив ММ, если вы на него еще не подписаны. Пока-пока, до новых встреч!